Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале «Сладкий персик», и сегодня мы с вами будем готовить киноа. Киноа – это такая крупа. Она появилась 3000 лет назад в Южной Америке, и ей раньше питались индейцы. На самом деле, это такая же крупа, как и все остальные. Она такая же полезная, как гречка, как рис, как перловка. Но из-за того, что в 2000-х годах ЗОЖ-активисты начали ее популяризировать и активно употреблять, она сейчас стала очень модной и популярной. Но мне кажется, она все равно очень вкусная, и она, кстати, нравится даже моему мужу. Поэтому добавить эту крупу в свой рацион, мне кажется, точно можно, ну, чтобы как-то разнообразить меню. И сегодня я покажу самый простой способ, как приготовить киноа. Для начала, как и любую другую крупу, ее нужно промыть. Замачивать киноа точно не стоит. Поэтому мы с вами сразу отмеряем примерно 200 грамм киноа и промываем в холодной воде. Мы промыли нашу крупу, теперь мы берем кастрюльку, в которой будем варить киноа, разогреваем ее, смотрите, я поставила на самую маленькую конфорку, но на сильный огонь. И теперь выкладываем киноа в кастрюлю и обжариваем без масла, буквально там 2-3 минутки, чтобы у нас наша крупа получилась рассыпчатой. Кстати, с гречкой я делаю точно так же. Она всегда у меня получается рассыпчатая, вкусная и гречинка гречинки. Теперь мы берем воду, самую обычную, у меня из фильтра. Воды должно быть в 2 раза больше, чем у нас был крупы. То есть у меня было 200 грамм крупы, и я беру примерно 400 мл воды. И заливаем. На ложку тоже полью, чтобы у меня все. Теперь мы доводим киноа до закипания на сильном огне. После того, как она закипит, мы огонь убавляем и готовим примерно 15-20 минут. Нам нужно будет дождаться, чтобы вся влага из киноа выпарилась. Закипело, мы огонь убавляем, у меня стоит, напомню, на самой маленькой конфорке, на самом тихом огне. И готовим еще 15-20 минут без крышки. Посмотрите, вся вода у нас выкипела и впиталась. У нас получилось вот такое вот киноа. Теперь мы накрываем кастрюлю крышкой, выключаем огонь и даем постоять примерно 10 минут. Друзья, посмотрите, какой вкусный у нас получился гарнир. Мне вот сейчас муж сказал, почему меня в детстве кормили гречкой, если есть киноа. Но на самом деле киноа появилось недавно. В России так точно, поэтому я вам советую обязательно познакомьтесь с этой крупой, и она вам точно понравится. Кстати, ее можно есть не только как гарнир, можно ее остудить и в холодном виде использовать, например, для завтраков, порезать фрукты, добавить йогурт, какие-то вафли или для салатов. Обязательно поставьте лайк этому рецепту, потому что мы для вас очень старались. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте про Телеграм. Пока!